Этим яблокам не страшны холода. Несколько дней назад в КЧР пришли первые морозы. Урожай к этому моменту в садах Карачаево-Черкесии был почти весь собран, но еще оставались участки, где аграрии не успели собрать все полностью. Впрочем, холод никак не сказался на оставшихся яблоках. Ведь это особый зимний сорт, который устойчив к перепадам температур. Буквально на этой неделе выпал снег, были минусовые температуры. Сегодня, вот как мы видим по градуснику, плюс 12 уже. Как это влияет на урожай? Вообще влияет ли? На урожай уже не влияет, но чуть стекловидность появилась, но она отходит уже. Вот из-за тепла идет и отходит уже. А так все нормально, чуть не успели. Гектаров 10 осталось, до конца этой недели постараемся добрать. В принципе, по низам уже все собрали, сейчас платформы ходят, добираем. Предварительно в этом сезоне в садах Карачаево-Черкесии было собрано более 7 тысяч тонн урожая. Но с завершением сбора работа в садах не прекратится. Для получения хороших показателей работать нужно круглый год. Уже совсем скоро начнутся уходовые работы. Работа у нас не останавливается, мы и в зимний период тоже работаем. Сейчас в данный момент у нас происходит уборка. После уборки мы плавно перейдем в удаление приштамбовой поросли. Ждем опадения листвы из деревьев и заходим в обрезку. Весь сезон, зимний период, мы проводим обрезку. У нас обрезка происходит верхнего яруса с применением гидроплатформ и также по низам. Кстати, для тех, кто ищет работу, сады предлагают вакансии, в том числе и на зимний период. Специалистов у нас хватает, но также мы принимаем на работу желающих людей, обучаем, проводим с ними работу и... Они уже становятся специалистами. Напомним, что в садах Карачаево-Черкесии помимо нескольких сортов яблок выращиваются еще и груши и два сорта персиков. Каждый сезон аграрии стараются совершенствовать способы выращивания фруктов, а еще высаживать новые сорта. И все для того, чтобы вырастить действительно вкусные и полезные яблоки и груши. Беслан Туаршев, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.